Ребят, здорово, это Шамшурин. Наверное, уже подзабыли про конкурс, и я что-то тут припозднился. То есть у меня в начале сентября был заявлен конкурс, победитель его должен получить планшет. Никуда не делся, никто никуда ни про кого не забыл, ребята. Настало время подвести итоги. Фотографий не так много прислали, но так или иначе они есть. Значит, победителя определите вы сами. У меня ВКонтакте, в группе ВКонтакте, которая находится под этим видео по ссылке, в посте, там есть комментарий, в качестве комментариев фотографии, которые прислали ребята с моей книжкой в руках. Заходите в эту группу, заходите в этот пост, значит, смотрите эти фотографии. Те, которые больше вам нравятся, под ними ставьте лайки. То есть вашу любимую фотку там поставьте там как можно больше лайков. То есть суть в чем? Выигрывает планшет тот человек, чья фотография наберет больше всего лайков. Вот и все. Все очень просто, поэтому давайте. С сегодняшнего дня эта процедура начинается. Дня через два, через три я подведу итоги уже в группе ВКонтакте. То есть на канале видео с итогами не будет, чтобы немножечко его всякой фигней не засорять. Так что давайте, значит, все в группу ВКонтакте, все ставим лайки на понравившиеся фотографии и увидимся, определим победителя. Пока!